ми продовжимо програму «Новий день» до нашої студії ось так зранку. Не скажу, що раптово, але все ж несподівано завітали гості. І це Василь Симбал та Ілля Котов, організатори фестивалю історичного середньовічного бою «Кубок Ольвії-2016» і справжні лицарі у справжніх обладунках. Доброго ранку. Доброго ранку, Галя. Що це за герої ви уособлюєте? Давайте знайомитися. Ну, давайте будемо знайомитися ще раз. Ну, доблесний рицар, як вам сьогодні прийшли в гості. Ось прекрасний леді. Ну, не сверкаючих доспіхів. Ну, так, да, доспіхи зняли все-таки. Не завжди ж, ну, зачем прекрасній леді ходити в доспіхах? Це ж неудобно. Навіть зранку. Да, та вже з утра, так. Да. Ну, куди? Ну, тому ми сьогодні в, так сказати, як називається, в гражданських історичних костюмах рицарських, так. Да? Тобто, добре, ми вас приймаємо у нашому будуарі. Так, да, так, да, совершенно верно. Так сказати, в будуар треба ходити теж красиво. Для світської, да, бесіди. Да. Да. Вот, тому це, по суті, на нас зараз знайдете гражданські рицарські костюмы, то есть то, что это одеяние, которое носили рыцари в повседневной жизни. Так вы до нас еще не приходили? Да, сегодня мы, так сказать, в другом амплуа, образе, да. Так, Василий, ну я бачу, що ти такий, ну, лицар з хрестами, з мечем, з зброєю, а ось Ілля щось так по-простенькому, так? Так он по-домашньому. По-домашньому. Це також втілення середньовічного костюму, так? Домашнего варианта. Ну, я бы не сказал, что слишком подразделялись на домашние и уличные костюмы, но да, это не парадный костюм, это такое достаточно простое повседневное одеяние вот, с небольшим количеством, скажем так, сверкающих элементов. Поэтому в будние дни, в принципе, вот так все и ходили. Ну, а як можна було відрізнити лицаря від звичайного хлопця? Ну, на самом деле, как бы, да, существовали довольно четкие, как бы, разграничения, да, вот то, что вы видите на мне, да, это вот бархатная вещь, да, это натурального бархата, это называется катарди. Вообще, это костюм. Коштовна ткань. Да, да, это английский костюм рыцаря конца 14 века, собственно, как и у Ильи. Вот. Тоже прикрашенный, да, символом. Да, да, то есть это гербовый, так называемый, катарди, то есть здесь не случайно цвет и не случайно то, что здесь вышито, это мои личные гербы, вот, с которыми, ну, у каждого рыцаря свой герб, да, поэтому, собственно, вот эти гербы вышивались, то есть сразу понятно, что это за человек и так далее. Ну и второе, конечно, отличие, это наличие у человека рыцарского пояса, вот, который вот у меня кинжал, видите, на рыцарском поясе, да, вот можно показать поближе. Вот, на рыцарском поясе, значит, естественно... Металевая такая штучка, вашкенька. Да, да, ну такая, да, увесистая. Ее одевали как во время боев поверх доспехов, так и к гражданскому костюму. То есть, вот, просто в повседневной жизни рыцарь не всегда носил, на самом деле, меч. Ну, что довольно тоже. Але носил гаманець. Гаманець обязательно, ну, куда ж без денег, да. Вот, и иногда эти гаманці вот и срезали даже у Иеронима Босха, такого художника, да, есть такая картина, как фокусник показывает фокусы, да, в средневековом, дядям и тетям. А его друг в это время тихонечко срезает вот такие кошелечки. Но, чтоб не срезали такие кошелечки, рыцарь еще носил при себе настоящий кинжальчик. Маленький такой кинжальчик. Все, да. Завжди носил? Да, всегда. Вот, всегда. То есть, невооруженными люди в то время не ходили. К этому относились проще просто, и, скажем так, особенно люди в рыцарском звании всегда были вооружены. Вот, так или иначе, меч носили не всегда, а кинжал всегда был при себе. Ну, там, мяско порезать, там, я не знаю, там, тортик колбаску какой-нибудь, да, там, что-нибудь, да, там. Вот, то есть, вот, я его называю для себя так, лопатка для мороженого. Нічого собі, ну, вибачайте, ми без мороза, але і з гарними новинами, так? Ви до нас завітали. Ці новини полягають у тому, що фестиваль довгоочікуваний і, можна сказати, багатостраждальний фестиваль «Ольвія-фест-2016» все ж таки відбувся. І відбувся доволі вдало. Да, вы знаете, ну, были разные сложности, погода в том числе, как бы, да, поэтому много было разных моментов, но тем не менее и Ольвия-фест, и наш фестиваль исторического средневекового боя «Кубок Ольвии» в рамках Ольвия-фест, который проходил, вот, он случился, случился удачно, для первого раза, думаю, Илья со мной согласится. Было хорошее количество бойцов, прекрасная судейская бригада, очень динамичные, серьезные бои. Вот, но... И глядачи навіть не злякалися дощу. Да вы знаете, самое интересное, что действительно не испугался никто. Вот, приехали из Одессы, из Херсона гости были, то есть не только из Николаева, из окрестных. Детей привозили просто там. Да, детей пачками, пачками, да, 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 привозили, да, все болели за рыцарей. Вот, так что, ну, а рыцари уж оправдывали оказанное им высокое доверие. Как а давайте пригадаем, как все было, и подивимося в видео добірку.
видим, да, заасфальтированная площадка, и это самое, и как бы пристанище мы установили специально по требованиям, которое по нашим как бы правилам подходит, вот, и в нем уже происходили как бы бои, ну, а общие сражения происходили перед пристанищем. Ну, в часы середньовіччя не було заасфальтованих майданчиків, і приходилося воювати в тих умовах, які були на той час. Сьогодні, незважаючи на дощ, все ж таки було зручніше. Ну, звісно, хоча як там, на утоптаній землі відбувалися поєдинки, тобто утоптували спеціально землю, крестьян виганяли з утра. Ходіть. Ходіть, і люди довго ходили, утоптували цю землю, потім іноді навіть клали солому немножечко, да, там, або сено якесь, все одно те ж саме дерев'яне ристалище було, ведь ми проводимо все в соответствии з мініатюрами і описаннями, їх дуже багато, на самом деле, як відбувалися всі ці турніри. Тобто все це не на придумано, это все придумано. Это было до нас, в 12 веке. Ну вот, да. Поэтому, как бы, все это согласно вот тем источникам, которые сегодня есть в исторической практике. А мы давайте повернемся до Ольвии, до Кубку Ольвии. І ви буваєте на різноманітних фестивалях, на різноманітних змаганнях, в різноманітних боях брали участь. В чому подібність з цього заходу, про який ми говоримо, і в чому його особливість? Ну, ви. Я думаю, що він є таким же турніром, пусть і небольшого розміру. Поки що. Да, до 20 чоловік бойців, але, тим не менше, повна комплектність суддійської бригади – це 4 лінійних судді плюс гофмаршал. Гофмаршал у нас був офіційно сертифікований міжнародною асоціацією середньовікового бою Віталій Макарян. Це практично найкращий гофмаршал України. Тобто, витримані всі спортивні нормативи, нормативи ристалища. Но количество бойцов пока было не таким большим. Конечно, в Украине проходят различные мероприятия, где съезжаются и 100 бойцов, и даже до 200, по-моему, самые крупные, включая в себя до 200 бойцов. Плюс международный статус. Конечно, вот если бы к нам приехали наши друзья из Молдовы, тогда можно было получить международный статус. Дело в том, что да, дело в том, что просто было не так много времени на подготовку данного мероприятия. Действительно, я уже говорил об этом на телеканалах, что он мог бы вполне быть сразу международным. Так он получился всеукраинским, потому что приехали ребята и из Киева, и из Одессы, и из Донецка, и из Сум. Вот, то есть очень как бы много ребят приехало из разных городов. Хмельницк, к сожалению, к нам не доехал, у них поезд отменили, а так основной. И по сути, как бы да, ну, то есть для, уже для фестиваля и турнира в конце года, в конце сезона, да, когда уже вот тяжело, конечно, чуть тяжелее собрать людей, потому что следующие фестивали мы планируем проводить уже чуть в другие даты, когда мы сможем принять гораздо большее количество как бы людей. Ну, а что его выделяет? То, что это, по сути, первый, и я не побоюсь сказать, удачный фестиваль реконструкції в Ніколаївській області. Справді, було трошки образливо, що в інших областях є, ну, зазвичай проводяться там, де є фортеці, щоб трошки так в цих декораціях побути, відчути той дух середньовіччя. Але у нас на Миколаївщині також є такі чудові майданчики. Ну, да, Ольвія, да, от поэтому ми собі подумали і вирішили встановити соціальну справедливість. Вам просто не захотілося нікуди їхати. Нет, ну мы действительно, мы достаточно-то ездим, на самом деле, просто все-таки хочется иметь уже и у себя дома какое-то достойное мероприятие и делать его в дальнейшем, вот, потому что Николаевская земля к этому располагает, понимаете, край у нас гостеприимный, почему бы нет, тем более исторические места у нас тоже есть, в частности, вот та же Ольвия. Слухайте, а відчувався якась аура така старовини, щось таке вам передавалося від давніх часів? Ну, это всегда ощущается в исторических местах, я вам скажу, на такой земле. Вот, очень важно, на какой земле ты на самом деле воюешь, да, и стоишь, потому что мы... Справді має значення. Конечно, 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 потому что ощущается все равно энергетика, та, в общем-то, тех мест, да, древних. Мы во всех крепостях Украины как бы, практически воевали, да, сражались. Я могу сказать, что все равно ощущаешь, все равно ощущаешь. Поэтому вот выбор в данном случае Ольвии был где-то и не случайно. Она вас покликала. Ну, что-то было. Что-то было, да. А от де найгучніший такий поклик? Де от відчувалось так, що аж мороз по шкірі?
Что вражало? Ну, вы знаете, здесь я вам скажу, что не столько важно место, да, сколько сама атмосфера того, что вокруг тебя, да, вот, и тот сам род занятий непосредственно. Потому что когда ты первый раз в жизни берешь в руки меч и начинаешь им сражаться, это уже, если тут зажглось, если искра сверкнула в тебе, значит, это твое. И дальше тебя это будет тянуть больше и больше и больше и больше. Соберешь доспех, поедешь на один фестиваль, на второй, на третий. А дальше уже будешь так смотреть, так, когда же у нас там май месяц? Когда у нас так, первый майский, собираемся, едем. Уже все, уже руки чешутся, уже меч уже наполировал за месяц, доспехи сделал, все, уже готов, только соберись и выезжай. Вот. И в целом так всегда происходит. То есть втягиваешься, и для тебя это уже, ну без этого жить ты уже почему-то не можешь. Не, ну в целом происходит иногда еще... А по-другому это когда, о, завтра утром выезд, доспех распаковал, черт, он ржавый, да и всю ночь полируешь. Цього разу було не так, у вас уже були готові доспехи, ну, ваші обладунки. Конечно, у нас все уже так же готовились, как бы, да. И декілька разів переносили. Было это. Справді. На ось цьому Кубку Ольвії, розкажіть про... Власне, ті бої, які відбулися, чи задоволені ви, вдалося розм'ятися, чи гідні були суперники? Ні, ну, дело в тому, що я в даному случаю в этот раз, помимо того, що ми з Ільєю це все вместе організовували вдвоєм, как бы ми ще розподілили себе там дополнительные нагрузки, как говорится. Вот Илья был в составе судейской бригады, да, а я вел непосредственно все это мероприятие, вот, и керував процессом, говорит, на месте, да. Вот, поэтому нам самим посражаться, конечно, не удалось, кроме случая, когда мы решили с одним из судей, уважаемым другом моим, Артемом Семененко из Люксембурга, показательно заколоть друг друга кинжалами на ступенях ДК в Парутино. Ну, мы так иногда любим пошутить. Но так, а больше боев у нас таких как бы не было. Вот. Но, вы знаете, боями очень довольны. На самом деле, действительно, все проходило в очень серьезных регламентных номинациях. Это были общие сражения Бугурты, это групповые 3 на 3 бои, это щит-меч, это баклер-меч, да, по-моему, у нас? Да. То есть, все номинации серьезные у нас были проведены. И очень хороший, на самом деле, уровень бойцов. Приехала действительно элита Украины, приехали такие бойцы, как, я не знаю, Ярослав Герус приехал к нам, боец, Иван Тютюник, Константин Наталуха. Это сегодня люди, которые занимают первые призовые места на очень многих серьезных международных мероприятиях. Входят в национальную сборную Украины многие из них. А за какими критериями оцениваете успешность боя? Ну, во-первых, если в каждой номинации по-своему. Прежде всего, это по очкам, то есть судьи считают очки. Да, кто больше набил очков, там, до 10, допустим, очков или на время идет бой, тот и выиграл, дальше проходит по сетке. Если это групповые бои, там, в общем-то, одно правило, одна команда должна полностью повалить на землю вторую команду, любыми путями, вот, те уже вставать не смогут, упал, значит, лежи, вот, а побеждает та команда, которая осталась стоять на ногах, но, поверьте, это очень проблематично, вот, потому что вот такой вот дяденька оденет, там, кучу доспехов, да, иди его свали. Вот, понимаете? А он упирается. А он упирается, да, не хочет почему-то падать. Вот, и начинается месиво такое. А кто переможцы? Значит, в настоящий момент у нас получилось как? Первенство в щит-меч номинации и в баклер-меч. Бесспорное первое место занял Константин Наталуха из клуба Тамерлан, город Сумы. Второе и третье места достались Ярославу Герусу и Ивану Тютюнику, представителям клубов «Триумф» и «Портал» Донецкой сборной по ИСБ. И тройки... третья номинация наша, групповые бои 3 на 3. Вот, там сражались киевляне тоже против донецкой сборной, и ребята из Донецка держали безоговорочную победу во всех сходах. Вот, то есть победа осталась там за дончанами. Вот, ну а вот наш сумчанин Константин Наталуха, вот, тоже очень опытный боец, очень опытный рыцарь. Он был очень серьезный, да, Илья, противостояние. Финал был очень тяжелый. Как для судей, так и для бойцов. И вот до, как бы, положенного, скажем так, разрыва в 2 очка, то есть, ну, как в фехтовании, должен быть разрыв в 2 очка, чтобы кому-то можно было присудить победу. Вместо положенных 1.5 минут они дрались 3. Миколаївці поки що тренуються. Кстати, почему? Ну, николаївці принимали, в общем-то, активное участие. Вот в фестивале принимал участие наш дружный друг, один из старых бойцов Николаева, Александр Сизов.
Вот, он очень активно сражался там, вот, и выигрывал бои, то есть николаевцы участвовали нормально. Вот. Один из моих друзей, правда, приехал уже в качестве съемок, потому что был обременен другими делами на тот момент. Вот. А так вообще хватает и бойцов, в принципе, просто, ну, кто-то готов на этот момент выйти сражаться, да, кто-то не готов, тут же как успеешь. Вот, как он рассказывает, Илья, доспех глянул, а он ржавый, надо срочно очистить. Да. Отже, наступному фестивалю Кубок Ольвії 2017 бути? Ну, ми дуже на це сподіваємося, ми цього хочемо добиватися. Ну, ми думаємо з весни. С весны. Вообще сезон начинается с мая месяца. Мы бы не хотели сейчас анонсировать четкую дату, как бы, да, но, естественно, мы планируем... Все дожить, да, треба. Да, с весны. Нет, уже подготовка на самом деле идет, как бы мы разрабатываем уже дальше дальнейшую стратегию действий. Илья, начищаю обладунки. Ну, это такой спорный вопрос. Это третий момент. Это вопрос личной дисциплины. Да, личной дисциплины, да. А это вопрос организации. Мы с Лёй сейчас прорабатываем серьезно как бы стратегию дальнейшего развития мероприятия. Да. И с весны, даст Бог. Більше заходів хороших і різних, так? Більше лицарських боїв, залучайте різні клуби, залучайте, можливо, різні епохи. И чекаем уже в наступном уроке. Так, да, ну и по традиции обязательно надо ведущей, чтобы она оценила, погрузилась в нашу эпоху. Подадим ей шапочку, дадим ей кинжальчик. И вы можете, хотите погрозить кому-нибудь, хотите, так сказать, призвать, чем, давайте, вот у вас, Галечка, так вот. Ні, ми з найщирішими добрими побажаннями і під захистом прекрасних лицарів продовжуємо нашу програму «Новий день».